Здравствуйте. Меня зовут Михаил, 43 года. Чем я занимаюсь, неважно. Скажу лишь то, что у меня свой бизнес. Думаю, этого будет достаточно, потому как история не совсем обо мне, а о том, что произошло со мной около месяца назад. 23 декабря, неделя до Нового года. Для меня Новый год не просто праздник, но еще и источник хорошего дохода. Во второй половине дня мне позвонил очень хороший знакомый и сообщил, что есть отличный шанс заключить сделку, от которой по итогу можно получить колоссальную прибыль. Тимоха часто сводит меня с представителями разных компаний за небольшой процент и никогда не ошибается. По итогу каждой сделки я остаюсь в большом плюсе. В тот раз в его голосе звучали нотки восторга. Он буквально кричал в трубку, что такой шанс выпадает раз в жизни. Именно поэтому я незамедлительно стал собираться в дорогу. Ах да, забыл сказать, для заключения сделки мне нужно было лично явиться в другой город. Впереди 950 километров за рулем. Спросите, почему бы не полететь самолетом? Боюсь их, как огня боюсь. А поезда просто не люблю. Это типичная общага на колесах. Итак, ближе к сути. Взяв все необходимое, я поудобнее расположился в салоне своего новенького Мерседеса. Не подумайте, что я хвастаюсь этим. Нет, ни в коем случае. Просто эта деталь станет одной из ключевых в дальнейшем развитии событий. Включил легкую музыку, запустил навигатор, тронулся. Из города выбирался около часа, пособирал все светофоры и несколько небольших пробок. Когда проехал стелу с надписью «Счастливого пути», на часах было 16:00. Через 30 километров заехал на заправку, заправил полный бак. Прихватил хот-дог и большой стакан кофе. Вот теперь счастливого пути. Погодка сегодня не очень. Бортовой компьютер показывает минус 29 за окном. Трасса не сильно загружена. Это радует. Остаток дня пролетел быстро. Вместе с ним пролетело и 350 километров пути. Почти 8 часов вечера. Навигатор предупредил о том, что через 3 километра нужно будет повернуть налево. Дорога уходит с федеральной трассы и ведет через небольшие поселки, деревни, села. При этом, вопреки всем ожиданиям, она не является убитой. Это такая же трасса, просто немного уже. Я уже пару раз проезжал там. Ничего особенного. Единственное, что на протяжении следующих 200 километров на пути не будет ни одной нормальной заправки. А лить всякую дрянь в автомобиль я не намерен. Поэтому принято решение заехать на заправку до поворота. Как раз через 1.5 километра таковая имеется. После очередной дозаправки, пополнения запасов в виде кофе и на этот раз сэндвича, путь был продолжен. Поверните налево. Прямо 200 километров. Как скажешь. Пробормотал я и, усевшись поудобнее, протянул руку и взял стакан с кофе, поймав себя на мысли, что эйфория от скорой крупной прибыли потихоньку отступает, а на ее место крадется сонливость. Твою дивизию, вот только этого не хватало. Надо хотя бы до федералки дотянуть, а там где-то в отеле тормознуть. И вправду, сонливость накатила неожиданно. А останавливаться тут и спать в машине не очень-то и хотелось. Было решено любой ценой добраться до приличного отеля, а это 200 километров. Что такое 200 километров? 2-2,5 часа пути. Нормально, думаю, выдержу. Гнать не буду. 100-120 и нормально. Метель началась, мало ли. В свете фар мелькают знаки. Небольшие снежные переметы, редкие съезды. Перед некоторыми съездами стояли указатели с причудливыми названиями мелких населенных пунктов. Перед другими не было ничего. Одному богу и местным жителям известно, куда ведут эти узкие проселочные дорожки. Снежные хлопья, летящие навстречу, в свете фар вырисовывали завораживающие пируэты. В какой-то момент я представил себя летящим по просторам космоса, за штурвалом космического корабля, а снежинки словно звезды. Понесло что-то меня. Глотнул еще кофе, сделал музыку погромче.
немного прибавил скорость. Обычно это помогало, а то монотонная езда всегда утомляет. Помогло и в этот раз. Когда стрелка спидометра достигла отметки 140, сонливость немного отступила. Осознание того, что на трассе может быть все что угодно, а на такой скорости и в такую погоду я не успею ни затормозить, ни уйти в сторону, дало прирост адреналина в крови. Нет, я не самоубийца. Просто где-то внутри себя я был уверен, что ничего на моем пути не окажется. Думаю, что это умозаключение считается зачастую ошибочным. Именно поэтому происходит столько ДТП. 110 километров до выезда на основную трассу. Низкая температура и метель, подкрепленные глубокой ночью, давали о себе знать. С момента поворота на эту дорогу я не встретил ни одной живой души. Оно и правильно. Нормальные люди не рискуют двигаться по такой погоде. Тем более ночью. Мало ли что с машиной или еще чего. Один я в погоне за деньгами наплевал на все. Сон за рулем равно смерти. Послышался отдаленный голос Алисы из навигатора. Что? Какого черта? Машину тряхнуло. Я открыл глаза. Дерево. Удар. Головой вроде не ударялся. Не знаю от чего. Я потерял сознание. Сознание вернулось быстро. Вновь открыл глаза. Ощупал себя. Пошевелил ногами, руками, головой. Цел. Подушки безопасности отработали как надо. Единственное, немного побаливает правая нога. С трудом открыл заклинившую дверь и выбрался из автомобиля. Вот тут я и понял, что теперь буду праздновать второй день рождения. Слетел я в глубокий овраг, по пути скосив мелкие деревья и кустарники. Очевидно, скорость была бешеная. Вот, собственно, поэтому я и акцентировал внимание в самом начале на то, что автомобиль новый и дорогой. Будь я за рулем какой-нибудь бюджетной иномарки, моя история закончилась бы уже на моменте удара. Про отечественный автопром я вообще молчу. Судя по всему, я отключился за рулем, и нога сама собой нажала на газ. Стоит ли говорить, что машина в хлам? Удар пришелся под небольшим углом, и движок частично проник в салон, к ногам пассажира, чудом не придавив меня. Нужно срочно вызывать эвакуатор. Не май месяц. Долго на улице не просидишь. Да и одет я не особо тепло. К своему безграничному разочарованию я обнаружил смартфон выключенным и вспомнил, как еще дома у меня оставалось 5% заряда, и я хотел поставить его на зарядку, но в суматохе забыл. Немного собрав мысли в кучу, я вспомнил, что в машине есть провод, и кинулся в салон. Новая порция разочарования накрыла с головой. Автомобиль был полностью обесточен. Повреждена проводка или накрылся аккумулятор, а может и то и другое. Так, нужно что-то делать, иначе к утру меня найдут синего. Надеяться, что свершится чудо и по дороге все же проедет хотя бы один неадекватный, как и я, было глупо. Поэтому единственным верным решением было идти к ближайшему населенному пункту. Ни медля, ни секунды я прихватил документы, деньги, маленький фонарик, брелок и пистолет. Не нужно вопросов об оружии, ничего не отвечу, потому как приобретено нелегально. Я направился по трассе в обратном направлении. Последнее, что помню, это поворот налево с каким-то ржавым указателем. Сомневаюсь, что спящий, я уехал от того места далеко. Шел около часа. Судя по всему, от поворота я какое-то время все же проехал на автомате. Уже прилично замерз. Наконец, впереди показался силуэт указателя. Почему-то он напомнил мне крест, возвышающийся над могилой. Подойдя к указателю, я попытался разглядеть на нем надпись. В темноте ни хрена не разберешь. Замерзшими руками достал фонарик и, направив на табличку, нажал кнопку. Тот вспыхнул яркой вспышкой и быстро потускнел. Тоже замерз. Я приблизил фонарик вплотную и провел по указателю. Удалось прочитать лишь первые две буквы
Это были С и Т. Дальше неясно, затем О, 3К. Прям шифр какой-то. Очевидно, какое-нибудь Ступино или Стряпино, или Старухино. 3 километра. Ну что ж, по крайней мере, теперь я хотя бы знаю, что через 3 километра будет населенный пункт. Цель есть? В путь. 3 километра не так уж и много. На мою радость, метель немного утихла. Но все же от холода это не спасало. Наконец показалось село. Подходя к нему, я уже еле шевелил губами и промерз до костей. Хреновая мысль посетила меня, когда до первого дома оставалось несколько метров. Ни единого следа, ни единой собачки, покосившиеся как минимум первые дома. Света нет нигде. Неужели село брошено? Хотя, что я собирался тут увидеть? Метель все-таки. Следы, если и были, замело. Собаки, если и есть, не слышат меня из-за ветра. Ну а жители? Жители спят уже. Ночь как-никак. Зайдя в первый же дом, я убедился в том, что он пуст. И пуст уже очень давно. Все кругом было в пыли. В доме немногим теплее, чем на улице. Фонарик, находившийся какое-то время под кофтой, отогрелся и светил хорошо. Я подошел и нажал на выключатель. Ожидаемо свет не загорелся. Подошел к печке, с виду целая. Осмотрелся вокруг. Есть какая-никакая старая мебель. В топку самое то. Наплевав на все и оставив попытки найти жилой дом, было решено остаться тут. Натопить печь и дожить до утра. А уже утром по-светлому можно и посмотреть, чем живет или жило это село. Я принялся ломать столы, стулья, укладывать их в печь. Туда же пошли и какие-то пожелтевшие газетенки. Не знаю какого года, мне было плевать. Меня трясло, и я очень сильно замерз. Наконец печь была заправлена. Я сунул руку в карман и чуть не взвыл от разочарования. Я бросил курить лет 10 назад. Зажигалка в моем кармане теперь большая редкость. Периодически я по запарке закидываю ее в карман, дома она всегда лежит на балконе, потому как люблю иногда посидеть с бокалом виски и сигарой. Судорожно похлопав себя по карманам, наступило облегчение, несравнимое ни с чем. В обычный день зажигалка – это мелочь. В моей же ситуации, возможно, это вопрос жизни и смерти. Спустя 2 минуты огонь охватил бумагу. Языки пламени стали облизывать дерево. И еще через 10 минут печь зашумела. Раньше я жил в деревне, поэтому есть у меня кое-какие навыки по затопке печей. И да, мне крупно повезло, что дымоход не забило снегом. Видимо, он грамотно построен. Ожидать скорейшего нагрева в промерзшем насквозь доме было глупо, поэтому я пододвинул к печке уцелевшее кресло и уселся в нем, напротив открытой дверцы, из которой повалил жар, и принялся отогреваться. Минут 40 я пытался согреться, с трудом, но получалось. Пока сидел у печи, было нормально, но приходилось отходить за новой порцией топлива. И отойдя от печи, вновь становилось холодно. Наконец дрожь окончательно отступила. Температура в доме, скорее всего, не превышала отметку в 0 градусов, но явно была близка к этому значению. Набив печь под завязку, я прошел к двери и на всякий случай запер ее. Затем вернулся на кресло, потеплее укутался в пальто, достал пистолет и откинулся назад. Черт! Надо же, идиот, погнался за прибылью, разбил машину, дважды сам чуть не сдох, теперь что делать? Я в какой-то глуши, без связи, без теплой одежды, без еды. Как выбираться отсюда? Какова вероятность того, что на трассе кто-то будет проезжать утром? В принципе, высокая, ведь трасса не заброшена. Нужно будет лишь посидеть там и подождать. Не помню, как уснул. Не знаю, сколько проспал. Проснулся от стука в дверь. По-прежнему темно. Кто это?
кто-то из местных? Село все-таки не заброшено? Или кто-то нашел мою машину и приехал по следам, чтобы помочь? Я встал и подошел к двери. Кто там? Петрович, соседушка, привет! Угости солью, а? Жрать готовлю, а соли нема. Я машинально глянул на наручные часы. 3 часа ночи. Кто готовит еду в 3 часа ночи? И вообще, я более чем уверен, что никакого Петровича в этом доме не обитало как минимум несколько месяцев. Кроме меня. Моего отца тоже звали Петр. Может, он обращается ко мне? Но это невозможно. Доброй ночи. Тут нет никакого Петровича. Как же нету? А ты? Ты же Петрович? Петрович, открывай. Откуда вы меня знаете? Из документов. Мы нашли их в вашей машине. Мы приехали за вами. Из каких документов? Все документы при мне. Я поднял пистолет и передернул затвор. Что-то тут неладное. Михаил Петрович, откройте. Мы вам поможем. Мы получили сообщение о ДТП и прибыли за вами. Раздался еще один голос. Да что тут происходит? Откуда они знают мое имя? Кто вы такие? Что вам нужно от меня? После этого вопроса началось что-то необъяснимое. За дверью стали доноситься разные голоса. Они наперебой стали просить меня открыть дверь под различными предлогами. Один просил соли, другой, перекрикивая его, просил масла. Третий кричал, что принес деньги, которые занимал у меня пару дней назад. Четвертый представлялся спасателем, прибывшим по вызову. Пятый буквально орал, что является Тимохой, и привез мне документы для подписания. Бредовость происходящего буквально зашкаливала. Ничего не понимающий, я отошел от двери, при этом не издав ни звука. Но те, кто находился за дверью, будто почувствовали это и стали орать еще сильнее. Теперь из-за двери стал доноситься настоящий, сука, бред. Вдобавок к прошлым просьбам добавились новые. Один кричал, что является представителем страховой компании и пришел для составления документов о ДТП. Другой представлялся кредитным специалистом и предлагал мне взять кредит на ремонт авто. И клянусь, среди всех этих выкриков я даже слышал голос Якубовича, орущего о том, что я выиграл автомобиль. Как бы смешно это ни звучало, но я это слышал. Пятясь назад, я дошел до комнаты, в которой сидел до этого. Крики не утихали. Напротив, они становились громче по мере моего отдаления от двери. Печь почти прогорела. В доме стало заметно теплее. Не обращая внимания на вопли за дверью, я принялся ломать остатки мебели и подкидывать в печь. Спустя 10 минут случилось то, что окончательно и бесповоротно убедило меня в том, что либо у меня поехала крыша, либо я умер в ДТП. Либо тут реально происходит какая-то чертовщина. Когда я запихивал в печь очередную дощечку, раздалось легкое постукивание в окно за моей спиной. Холодок пробежал по спине. Я замер. Затем медленно протянул руку к пистолету и обернулся. За окном стояла моя жена. И все бы ничего, но она умерла 15 лет назад. Тогда мне было 28, ей 25. Она забеременела, все было хорошо. Мы жили счастливо, ждали рождения сына. Готовились стать счастливыми родителями. Но судьба распорядилась иначе. Что-то пошло не так. Жене сделали несколько операций. Плод не выжил. Жена впала в кому. Через короткое время не стало и ее. Она скончалась, так и не выйдя из комы. Я страшно пил. Год пил изо дня в день. Пропил все накопления. Еще через год более-менее отошел. И даже устроился на работу. Грузчиком. Но пить не бросил. В очередной раз напившись, чуть не покончил с собой. И только после этого осознал, что чуть не натворил глупостей.
понял, что стоит взять себя в руки, в противном случае конец неизбежен. Я бросил пить, занялся саморазвитием, устроился на более-менее нормальную работу. Еще через год задумался о собственном деле. Продал квартиру, доставшуюся от родителей, и все деньги вложил куда надо. А дальше поперло. И жить снова захотелось. Уже через 2 года я стал успешным бизнесменом. Появились хорошие связи. Жизнь налаживалась. Но строить новую семью я не спешил. Накатили воспоминания. Все звуки ушли на задний план. Я встал и подошел к окну. Марина, так звали мою жену, приподняла сверток и поднесла его к окну. В белоснежном одеялке мирно спал младенец. «Это мой сын», — понял я. Я посмотрел на Марину. Она улыбалась и кивала мне головой, чтобы я вышел на улицу. Я же был будто под гипнозом. Мне казалось, что это все по-настоящему. Я был уверен, что нужно открыть дверь, пустить ее в дом, и все будет хорошо. Что мы будем жить тут, воспитывать сына? Плевать на бизнес, плевать на друзей и знакомых, на машину, на все плевать. Я окончательно потерял рассудок и уже было стал поворачиваться, чтобы пойти и открыть дверь, как почувствовал тепло в области грудной клетки. Стало очень тепло, и в голову пришла мысль о том, что Марина с ребенком стоят за окном, в мороз и метель, в одном лишь халате и в тапочках, в деревне. В брошенной деревне, жители которой готовят жрать по ночам. Эйфория отступила, и я осознал абсурдность происходящего. Тепло в груди не покидало меня, и я понял, от чего оно исходило. Я потянул цепочку и достал из-под кофты крестик. Он был очень теплый, я бы даже сказал горячеватый. Он испускал легкое свечение. Марина изменилась в лице. Улыбка моментально пропала с ее губ. Я поблагодарил Бога и, убрав крестик обратно, произнес: «Уходите. Вы не моя семья. Вы мертвы». Далее Марина одним невероятно резким движением прислонилась вплотную к окну и вытаращила на меня свои глаза. Младенец же, лежавший в одеялке, медленно повернулся ко мне и распахнул глаза. Черные впадины вместо глаз. Его лицо исказилось в ужасающей гримасе, и в следующее мгновение послышался низкий утробный голос. «Мама, неужели ты оставишь нас на улице? Тут очень холодно». Я стоял в диком ужасе. Голос был слышен отчетливо. Несмотря на то, что между нами было 2 стекла, голос будто звучал в моей голове. Я поднял взгляд на Марину. Вместо красивой 25-летней девушки там стояло нечто. Такие же черные впадины вместо глаз, хищный оскал, бледно-сероватая сморщенная кожа. «Любимый, неужели ты меня разлюбил? Неужели ты не хочешь поддержать своего сына? Открой дверь, впусти нас, и мы будем жить счастливо, вместе, вечно». Люди, находящиеся за дверью, стали повторять фразу Марины о том, чтобы я их впустил и жил с ними. В ответ на их просьбы, а позже и вовсе перешедшие в требования, я стал вслух произносить слова молитвы. Спасибо покойной бабуле. Она заставляла меня учить их, когда я был еще маленький. Тогда я сердился на нее. Сейчас же был ей бесконечно благодарен. По мере произношения молитвы снова начало происходить страшное. В двери буквально стали бить ногами. Послышался треск досок. Находящиеся за дверью орали во все горло своими демоническими голосами. Марина, окончательно озверев, в прямом смысле слова швырнула младенца на снег и стала метаться у окна из стороны в сторону. Упавший младенец, выпутавшись из одеялка, прыгнул на окно и стал ползать по нему, периодически останавливаясь,
чтобы произнести очередную фразу. «Заткнись, сука! Открой дверь, мразь! Пусти нас! Я сожру твою душу! Ты скоро сдохнешь! Ты будешь гореть в аду!» Все эти проклятия выкрикивала моя покойная жена и неродившийся сын. Я стал повышать голос и вскоре уже буквально выкрикивал слова молитвы. Твари стали верещать, биться в конвульсиях и то и дело отскакивать в стороны. Крест на груди обжигал, из-под кофты исходило свечение. Я вновь потянул за цепочку и вытащил крест, затем снял его с шеи и выставил перед собой. Раздался оглушительный визг. Стены дома задрожали, будто началось землетрясение. С потолка посыпалась штукатурка. Казалось, что еще немного, и старый покосившийся дом рухнет и похоронит меня заживо в своих обломках. Крест светился все ярче и ярче. Затем ослепительная вспышка и тишина. Очнулся я, лежащий на полу. В руке зажат крестик. В доме светло, за окном утро. Снова прохладно. Я подорвался и еще раз осмотрелся. Никого. В доме снова прохладно и тишина. Все, что происходило ночью, казалось страшным сном, не более. Но зажатый в руке крестик говорил о том, что ни хрена это не сон. Я глянул на часы. Почти 6 утра. В третий раз за такой короткий промежуток я чуть не умер. Но, слава богу, все обошлось. Думаю, можно выходить на трассу. Погода успокоилась. На улице светло. Как правило, в это время все, кто останавливался на ночь, начинают движение. Я нашел в доме какие-то старые грязные рваные шмотки, надел их на себя и направился к выходу. Открыл дверь, все крыльцо было истоптано, множество следов как в обуви, так и босых ног. Засов был погнут, а саморезы, которыми он был прикручен, вылезли наполовину. Рядом валялись щепки, а на двери были глубокие царапины. Не задерживаясь ни на минуту, я кинулся прочь из села. Почти всю дорогу до трассы я бежал, падал, вставал и вновь бежал. Пока село не скрылось за лесопосадкой, меня не покидало ощущение, что мне в спину кто-то пристально смотрит. Выбежав на трассу, я направился в сторону автомобиля. По трассе уже шел обычным шагом. Наконец, вдалеке я увидел стоящие на обочине несколько автомобилей. Подойдя ближе, я разглядел среди них карету скорой помощи, патрульный автомобиль ДПС и эвакуатор, на который уже был погружен мой разбитый автомобиль. Я кинулся бежать к ним, боясь, что сейчас они попросту уедут. Ко мне навстречу бросился сотрудник полиции. «Здравствуйте, старший инспектор ДПС, капитан полиции Чернышов», – отрапортовал полицейский. «Здравствуйте». «Вы владелец данного автомобиля?» – он указал за спину. «Да». «Где же вы пропадали? Мы уже думали, что вы уехали на попутках. В спасательную службу с вашего автомобиля был послан сигнал о ДТП. Мы незамедлительно выехали на место, спустя часа полтора уже прибыли. Но ни вас, ни каких-либо следов не обнаружили. Метель все скрыла. Что случилось? Вы нуждаетесь в медицинской помощи?» «Нет, не нуждаюсь. Давайте поедем домой, и я все вам расскажу по дороге». Как оказалось, в автомобиле была функция экстренного оповещения спасательных служб в случае ДТП, о которой я, разумеется, не знал. От медицинской помощи я отказался. Инспектор налил мне кружку горячего чая из термоса, и я рассказал ему все, что со мной произошло, за исключением произошедшего в селе. Все равно никто не поверит, примут за дурачка. Со всеми вытекающими последствиями. Когда я наконец-таки попал домой, то первым делом налил стакан виски, выпил залпом, налил второй и направился в ванну, чтобы хорошенько прогреться, так как после пережитой ночи простуда неизбежна.
Когда я раздевался в ванной, глянул в зеркало. На моей голове появилось множество седых волос, а лицо осунулось. Это еще одно подтверждение того, что ничего мне не приснилось. Я не рассказывал о случившемся в том селе ни друзьям, ни знакомым, ни полиции. Единственный, кому я поведал данную историю, священник нашей местной церкви, в которой я теперь очень частый гость.